сюрприз нагнали Майер. Решил заказать новый HDD диск. На компьютере сейчас установлен у меня один SDD диск и два HDD. Видите, D и S. Хочется сказать, что CRG тут у меня стоит на 400 гигабайт. Он более там ему 6 лет. В принципе, претензий к нему нету. Далее Samsung на 500 гигабайт претензий нету. Но вот свежий я купил в прошлом году CRG на 1 терабайт. Сдох. Ну, я уже видел, что начал сыпаться. Я сохранил на Samsung и CRG 400 гигабайт эти данные. Пробовал восстановить, даже видео записать, но не получилось ничего восстановить. Терабайтный CRG. И поэтому я буду заказывать, покупать где. Вот посмотрел, значит, вот такой вот 2 терабайтный. Видим, есть старого образца, да, и нового. Чем они отличаются? Год реализа 15, это 19. Ну, все то же самое. Скорость чуть повыше будет у нового. По той же цене, мы видим, да, по 4000. И кэш-память. Кэш-память у него здесь расширенная. Сейчас посмотрим, где у нас. Да, вот здесь вот. Да, вот 64 мегабайта, 256 мегабайт. Заказ уже сделан. Также я обратил внимание, какие есть в Китае. И там оказывается, если мы не бушные смотрим, а новые, то ценник такой же практически. Вот 1 терабайт, 3000, да, не имеет смысла. По 1 терабайту, видите, очень дорого. Даже с учетом кэшбэка нет смысла. Поэтому заказываю в местном ДНС-магазине за 3999. Сейчас мы сделаем тест. А пока вот я прохожу тест Виктории с HDD 1 на 400 гигабайт, где я храню. Вот, можете обратить внимание, здесь у нас на 400, здесь YouTube копия, и вот два диска разбитых, это на 500 гигабайт. Тут тоже я YouTube храню, и здесь YouTube и весь софт. В общем, видите, все практически заполнено. 150 гигабайт, это ни о чем. Поэтому надо 2 терабайтный, все туда слить. На 7200 сягает сдох. Высокооборотистый, поэтому лучше я закажу скорость вращения шпинделя 5400. Он будет более тихо работать, и я думаю, что при такой скорости этот диск проживет дольше. Могу ошибаться. Курьер должен привезти в течение дня. Ну что, вот интересно обратить внимание, число включений 7400 раз, предназначенных секторов 36. Так, здесь предназначены сектора 10. Ну, в принципе, в хорошем состоянии диски. Ничего не зависает, ничего не шумит, ничего не скрипит. Samsung вообще доволен. Этот CRG тоже мне попался очень удачный. Видите, вот маркировка. На 400 гигабайт брал новый, не с рук. Так, ну вот Crystal Disk давайте запустим. Также для сравнения, новый диск со старыми как будет. На 400 гигабайт, значит, у нас показывает скорость в районе 80 мегабайт в секунду. Ну а CRG на 400 гигабайт где-то в районе 50. Так, запустил AIDA 64 и видим CRG, значит, C5 предназначенных 0. И Samsung предназначенных C5 тоже 0. В этом плане диски очень живучие, можно сказать. Удачные модельки. Живые, все с ними нормально, в порядке. Ну и сейчас новый диск распечатаем и запустим. С момента заказа до времени получения прошло 2 часа. Привезли на «Газели». Ну, целую газели гнали. Ну, молодцы. Так, вот видите. В антистатичном пакете.
открываем, достаем. Главное, чтобы по дороге нигде не уронили. Так, здесь еще вот такой пакетик. Это от влаги. Ну, еще канолевый. Не сильно холодный с улицы. В принципе, можно включать. Указано 1 сентября 2019 года. В принципе, пойдет. Так, ну и что, давайте включаем. Диски работают бесшумно, никаких посторонних звуков, ни щелканий, ни клацаний, ничего нету. Тишина, никаких вибраций. 1863 мегабайта. Так, все, закрываем. Диск Е видим. Так, переходим в тестирование. Сейчас проверим диск. Включаем диск инфо. Так, видим, диск Е 2 терабайта видит. Переназначенных почему-то сразу 140. Если мы здесь смотрим на Samsung 10. На Seagate 20. Так, 36. Тут уже сразу 140, 4 включения. Так, больше никакой тут информации нету. Так, ну здесь я выявляю с помощью Виктории плохие сектора, медленные. Но пока все идет нормально, все четко. AIDA 64. Если посмотрим на эту табличку, то увидим диск здоровый. Все тут по нулям, все отлично. Все прекрасно. Ребята, если видео смотрит и кто-то пользовался Western Digital, пишите свои отзывы в комментариях. Очень интересно почитать. Не только мне, но думаю. И людям, кто захочет приобрести данные марки диски, какой опыт у вас пользования, что скажете по надежности, сделали ли я правильный выбор. Или надо было на Seagate оставаться. Но повторяюсь, Seagate, вот я говорю, прошлый год купил и терабайтный диск, и он помер быстро, причем я его не насиловал так особо. Всем заранее спасибо, кто посмотрел, кто написал комментарий, свои отзывы оставил. Так, ну и ладно, перейдем, значит, от синтетики к реальным скоростям. Синтетические тесты говорят 160 мегабайт в секунду, реальные, вот перекидываю, 400 гигабайт, и в среднем скорость 75 мегабайт в секунду. Ребята, предлагайте какие-то идеи, что можно сделать из старого жесткого диска. Если это будет интересная идея, я обязательно запишу видео.